В Одессе появился ящик добра. Любой неравнодушный, кто хочет помочь голодающим, может прийти на Люсдорфскую дорогу 29 и поделиться продуктами, которые можно долго хранить. Волонтеров порадуют сахар, макароны, крупы и консервы. Также желающие могут бесплатно взять буханку хлеба. Организаторы планируют раздавать пищу каждую неделю. В будущем такие ящики появятся во всем городе. Главная функция – то, что у нас существуют как бы слои населения, которые не могут себе все позволить. То есть люди, которые распространяют это все у нас на Фейсбуке или в социальных сетях, в том же Инстаграме, они между собой делятся. Люди приходят, ложат нескоро портящиеся продукты как бы туда. В дальнейшем мы планируем это раздавать. В соцсетях дадим информацию, дадим рекламу, что вот сегодня в такое-то, такое-то время мы будем раздавать продукты нуждающимся. Упакуем их, к примеру, там в кулечки какие-то. И тут у нас, на нашем районе, существует тоже много людей, которым не помешала бы такая помощь. Для того, чтобы помочь людям, которые нуждаются в пище, нужно просто прийти в магазин, купить еды и положить в ящик добра. И это поможет им. Это поможет им выжить.